Приветствуем вас в кинотеатре «Корстон». Настало время выпуска программы «Киношка», которая расскажет о новинках кинонедели со 2 по 7 марта. Смотри наш выпуск до конца и будешь знать точно, что посмотреть в кино. Поехали! И первая наша киноновинка – большая историческая военная драма российского производства, фильм «Нюрнберг». Картина расскажет о самом известном судебном процессе, который состоялся в 1945 году над фашистами за преступление против человечности. Данный судебный процесс назвали «процессом века». Да, сейчас все съезжаются. У нас вот важное государственное дело. В тюрьме высшие чины гитлеровской Германии. Предстоит международный трибунал. Здесь за каждой бумажкой человеческая судьба. Поэтому нам необходимо, чтобы трибунал состоялся. Все высшие чины гитлеровской Германии находятся здесь, перед лицом народов мира. Мы обвиняем подсудимых в том, что они превратили войну в орудие массового истребления мирных граждан, насилий и разбоя. Who plead guilty or not guilty? Nicht schuldig. А вы из делегации? На заводе работаю. Следующая наша картина – российская комедия «Беспринципные в деревне». Герои известнейшего сериала перекочевали в кинотеатры. И теперь они отправляются в деревню, чтобы отпраздновать юбилей генерала Ходякова. А как они его отпразднуют, узнаете в кинотеатре «Корстон», посмотрев «Беспринципных». Это лечится электричеством. Оставляем так, как было, как запланировали. Оставить! План меняется. А мы едем в деревню. Едут! Наши дорогие новые поселяне и поселенки. Петя, я сейчас тут ноги сломаю. Понимаете, у нас в деревне все не так просто, как кажется. И пить я там не буду, принципиально. Че ты, развязал, что ли? Иди нахер! Что-то я не поняла. Это какой ты жене там подходил? Понятно! Нашим там все передай, что эти гопники отныне на самообслуживание. Ну, то есть это получается, что мы наедине с природой, да? Хуже. Мы наедине с теми, кто наедине с природой. Беспринципные в деревне. Ла-ла-ла-ла. В кино. Следующий наш фильм – российская драма с Никитой Ефремовым «Здоровый человек». Картина расскажет о известном ведущем новостей на канале «Матч ТВ» Егоре, который в какой-то момент решает бросить все – карьеру, семью и начинает помогать неизлечимо больным людям, также участвовать в поиске пропавших людей. К чему приведет резкое изменение в жизни Егора, узнаете, посмотрев картину «Здоровый человек». Мне кажется, что мы вообще чужие люди. Просто немного свети. Ты ездишь в больницу почти каждый день. Ой, а чего не заходишь? Просто немного. Только не думай, что это свети. Потому, что ты такой хороший. Они думают, что я помогаю не потому, что просто я хочу помочь. Скажи свети. Правду, Егор, я все прям... А потому что я хочу сделать хорошо себе. Свети, просто немного свети. Егор. Свети. Уходи туда, пожалуйста. Егор. Просто немного свети. Егор, ты говорил мне, что ты себя нашел. А мне кажется, что ты себя потерял. Просто немного свети. Представляем вашему вниманию прекрасную анимацию для детей и их родителей – мультфильм «Величайший детектив Паук». Мультфильм расскажет о инспекторе Сане, который по совместительству является величайшим детективом среди насекомых. Ему даже позавидует сам Эркюль Пуаро. Так вот, закончив расследовать очередное дело, он отправляется в путешествие на шикарном авиалайнере, где предстоит ему разгадать загадку, с которой он в жизни никогда не сталкивался в своей карьере. Дорогие пассажиры, на наших авиалиниях самое главное – это развлечение! Мэр Телефрансе! И безопасность! Саня, ты нам нужен. Произошло... преступление. Каждая букашка мнит себя детективом. Ну, а так и быть. Вскоре после взлета пассажир был убит.
А? Тот, кто это сделал, потирает лапки среди нас. Убийца? На моем самолете? Это невозможно! Научите меня детективничать! Я всемирно известный детектив, и я работаю в одиночку. Убийца был не один. Их двое. Может, трое. Кто больше? Четверо! О, да! Я снова в деле! Ты серьезно? Да он просто везучий. Это все сам! К нему вечно липнут проблемы! Я самоаккуратность! Только без паники! Собери пассажиров! У меня план! Вперед, напарник! Полиция, стойте именем! Ты едва всех не погубил! А, ладно тебе, не жужжи. Величайший детектив-паук. И последний фильм в нашем обзоре – ужастик «Бойся тишины». Эмма возвращается из Нью-Йорка в свой родительский дом, где произошел трагический случай с ее отцом. В какой-то момент на нашу главную героиню начинают нападать призраки после того, как она издаст хоть малейший шум. Бойся тишины. Monster kill. И по старой традиции разыграем два билета в кино на комедию «Беспринципные в деревне». Февраль месяц закончился, это самое время подвести итоги. Так вот, скажите нам, какой самый кассовый фильм в кинотеатре «Корстон» был в феврале? Ваши ответы оставляйте под выпуском «Киношка» в группе ВКонтакте телеканала ОТВ. Это была программа «Киношка» с обзором киновинок недели. Теперь вы точно знаете, что посмотреть в кино. Приходите в кинотеатры по Пушкинской карте. Пока!